Проспекту, дом 72, когда будет межевание земли в состоянии кадастрового номера? Обещали в 2016 году. В этом году мы запустили проект межевания территории. Сейчас уже часть домов по юбилейному проспекту прошло градостроительный совет в Московской области. Да? Добрый день, заместитель главного Сухова Михаил Медведевич по строительству архитектуры. Значит, конкретно лично я занимаюсь этим вопросом с поддержкой Дмитрия Владимировича Волошина. И сообщаю вам, что вчера на градостроительном вопросе данный вопрос был вынесен и рассмотрен положительно. Планируется, что либо завтра, либо если не успеем, то в понедельник мы уже получим официальное решение с подписью и отправим его в Росреестр в течение 10 дней, собственно, квартал станет на кадастровый учет по разработанному проекту межевания. Спасибо. Давайте. АТ «Дружба». Я присутствовал.